Мы приехали на одну маленькую виллу. И здесь как бы сельскохозяйственная такая вилла, в общем. Люди занимаются сельским хозяйством. И посмотрите, сколько у них здесь оливок. А это инжир. И виноград у них есть. Вот такой виноград. Привет, привет, всем привет. Вот уже миновала середина сентября. У нас по-прежнему тепло, африканская жара. Мы купаемся и загораем по-прежнему. А сейчас мы идем вот к этим камушкам, чтобы собрать немножко ракушек на обед. Это Альфредо решил. У него проснулось такое желание через несколько лет. Раньше мы тоже собирали, вернее, даже он больше собирал. У него такая страсть, хобби, рыбалка, ракушки. Вот это все ему очень нравится. Он с детства этим увлекался. И сейчас решил немножко возобновить. Тем более погода такая хорошая. Вот на этих камушках много есть разных ракушек. Вот он бежит, бежит. Добытчик. Добытчик мой. С ним не пропадешь. Всегда что-нибудь придумает. Здесь возле этих камней очень чистая вода. И на камнях пасутся разные животные. Крабики. С той стороны есть мидии, с этой стороны есть другие ракушки. И вот смотрите, как мы далеко зашли. Видите? Берег как далеко. И все мелко. Вот здесь есть какая-то такая полоса, по которой можно идти сюда и мелко-мелко. А если свернешь направо-налево, там будет, конечно, глубоко. Даже по шейку, а может быть и больше. Может быть и глубже. Не знаю, вам видно или нет, вот на этих камушках полно ракушек.
В этом году как никогда погода нам благоволит. Мы радуемся и стараемся не пропускать ни одного дня хорошей погоды. Не выходим только когда ветер и тучи. А так, если вот так, например, как сегодня, хотя небо не сильно ясное, как бы в дымке такой небольшой, но все равно, посмотрите, какая спокойная вода. Температура 28 градусов сегодня. Как вы видите, пляжи еще не убираются, вот эти стабилементы. Все еще ждут туристов или каких-то отдыхающих. Пусть редких, но их все равно ждут. А мне одна женщина написала после моих видео, что у нас тут красота. В общем, хороший комментарий, позитивный. И другая ей под ее же комментарием пишет, что в Италии здесь она живет, мол, якобы давно. Здесь нищета, ужас, грязь, в общем. И что я вещаю из своего окна. В общем, я не знаю, в каком мире живет эта женщина, в каком-то страшном, ужасном. Я думаю, что красота в глазах смотрящего. Вот я смотрю и вижу красоту, а она, видимо, выискивает какую-то грязь. Она выискивает какие-то недостатки. Я думаю, что во всех странах мира можно найти что-то плохое и что-то хорошее, правильно? Все зависит от того, на что ты обращаешь больше внимания. В любой стране есть недостатки. О, смотрите, возле этих водорослей там кружатся рыбы. Видно вам? Вон они. Я думаю, на чем ты заостряешь свой мозг, свои мысли, то тебя и будет окружать. Вот так вот. А может быть, некоторые, знаете, люди такие коварные, они специально пишут плохое, говорят плохое, а сами здесь прекрасно живут. Это называется коварные люди. И они не хотят, чтобы сюда кто-то приезжал еще. В общем, всякое можно встретить в жизни. И так, и так, и такое, и сякое. А у нас сегодня будут ракушки на обед. Мы их готовим просто, точно так же, как любые другие морепродукты. Немножко поджариваешь чесночок. Добавляешь петрушечку. Все готовится, естественно, на оливковом масле. Итальянская кухня основана именно на оливковом масле. И все, немножко помидорок. Немного белого сухого вина. Готовится 5 минут. Забрасываешь туда эти ракушки. Возишь туда-сюда. Все. Соус к пасте готов. Потом отвариваешь пасту, закидываешь в этот соус и подаешь к столу. Готовится мгновенно. Больше времени уходит на то, чтобы сварить пасту. А так соусы почти все готовятся очень быстро.
Как у меня варта? Варта. Долго. Это наш улов сегодняшний.